Российскую делегацию на конференции возглавил руководитель Минпромторга Денис Мантуров. По мнению Кондратьева, которое он выразил и в своем микроблоге в Твиттере, лишь пространные разговоры о финансово-экономическом климате региона без прямой работы с инвесторами неэффективны. Сейчас просто нельзя сидеть и ждать, когда инвестор придет сам. Нужно ездить, объяснять, почему Кубань – это выгодно и перспективно. У края на форуме свой интерес, для развития необходимы инвестиции, а немецкие компании уже показали себя надежными партнерами. Во время встречи с немецкой бизнес-элитой глава региона добавил, что каждый инвестиционный проект на Кубани обязан иметь полное сопровождение от момента подписания до его реализации. В крае уже сформирована единая база данных по привлекательным участкам земли и реестр инвестпроектов.